Ну, как всегда, лайма села на Злату. Обо-бо, робо-бо. Слово Злата, ты, наверное, Злата у меня, да, Санюк? У меня Злата. Мячик, наверное, клеить бесполезно. Но это волейбольный. Он весь в дырках. Он как его таскал. Везде покусы и разрывы. Как бы везде дырки. Да. Ну, соболь. Ну, и у него задача у лайки на движение работать. Схватить, задушить, забрать. Поэтому... О, Танька пошла. Так, сейчас будет выгонять ее со склада. Что, ты следишь, да, соболь? Что он там делает? Тань, иди сюда. Соболь, выйди, дай выйти. Соболь, что ты ее запер? Иди сюда. Соболь, ко мне иди сюда. Что ты ее не выпускаешь? Давай, давай, давай. Давайте, выходите. Что, запираете тебя, да? Ау, лап. Кто это сделал? Кто это сделал? Ты? Ты? Кто это сделал? Ты? Кто это сделал? А? А? Кто это сделал? Такой зубы какие, вон. Ни скуле тебе больно не делаю. Ай, я тебя не плакса. Я тебе не делаю ничего, губу только поднял. Блин, заранее он орет. Кобель. Хитрожопый. Девки он будет молчать, будешь их убивает, молчат. А этот вот заранее орет. Помогите, отпустите. Убивает мне больно. Танюк, ты как всегда в обнимашках. Лайм, тебе жоп некуда, что ли, посадить? Или она мягкая такая подушка? Может, я сяду? Бух. Иди, я тебя за ухо подержу. Как ты будешь орать? А? А? Вот только взял, чуть-чуть. Какой же ты хитрожопый, а? Точно вот кобели хитрые, очень хитрые, а? Неженки. Трогать нельзя, ничего нельзя. Будь здоров. А что ты там нюхаешь, что чихаешь? Танюха, он шакаль, то по чуть. Все, все легли. О, балдеж ты какой. Самая погода. Солнышко, да, Соболь? Следи, следи за ней. Что это она понесла там? Соболь, она это не у тебя взяла. Иди сюда. Что ты за ней? Гуляй, гуляй, Тайна, гуляй. Она по чуть шакалит, что? Мне сейчас время такое, вон у меня все сиськи видны. Гряды уже появились. Не гряды уже. Уже отчетливо видно. Все соски видать. Следит за Танькой, за своим хозяйством. Что она там взяла? Это битва этих титанов лаечных. Ух, научит она ее. О, будут другие плакать. Кто если вместе на охоте, собака какая, состыкуемся где-нибудь в лесу. Зато будет знать, что с ней делать. Собаки жесткие. Я говорю, если так вот все хотят приехать, погладиться, и это... Не, не получится. Это они со мной так вот с виду все это нормально. Златка! Златка! Злата, иди сюда. Вы же видите, я с ними практически один. Соболь, когда мы были на водохранилище, Виталик и брат
решил его, да, потрогать пожестче, как бы потермушить. Два раза ты ему хватанул за руку, да? Рядом со мной лежал. Поэтому и чужим никто не подойдут, они если даже... Вот, я бы в носик поцеловал. Ну да, они вам носик только откусят. Златка! Вот стало хулигане далеко уходить. Ничего этого не будет. Целуйте лучше в экран. Я вам серьезно говорю, мне проблемы не нужны. Потому что я даже в чужой одежде иду, они уже кидаются на сетку, не понимают. Ну, издалека, конечно. Тайны-то нет, наверное. А вот лайма, соболь. Ну и то я за тайну сказать ничего не могу. Тут как бы в носике таких собак не целуют, а те могут поцеловать в ответ. Я как бы их не говорю, что они бойцовые собаки. Не. Они очень... Ну, они не видят никого, кроме меня и леса, и природы. Та... Злата! Иди сюда! Ты что ж туда убегаешь-то, а? Козюлька маленькая. Они охотничьи, кровь волчья. Ну, как бы присутствуют вот эти охотничьи инстинкты. Индивидуум, у них один хозяин, преданный. И тут вдруг какая-то там тетя или дядя решит. Охотники, и то у нас нет такого, взять чужую собаку, там, погладить, потому что мы не гладим даже чужих собак. Так, если собака только знает кого. Были несколько раз на охоте вместе, жили вместе, там, какой-то период времени. Тогда да, а так, с первого раза ничего никак не получится. Ой, приеду и в носик поцелую, ой, расцеловала бы там это. Ну, они просто расцелуют в ответ, и все. Погладить, да, там, в присутствии хозяина, Татьяну можно, да? Он тоже ласковый, ласковый, а на чужих как бросаешься, да? Как ты летишь на чужих с таким ревом? И в оборот взяли тут мужика, да? Да, потягушки, кряхтишь. Он стоит и не знает, что делать. А вы его в оборот взяли. И ты в том числе, да? Да, храпи, я тебе ушки чищу. Да. Так что это надо вот таких вот мопсы, чихуахуа. А мы не чихуахуа, да? Вон какие сиськи торчат. Вот какие сиськи. По капусточке. Раздербань, раздербань. Да, да, давайте я так переверну. Там зелененько должно быть. Опа. Ешь. Лапкочек. Кушайте. Златка! Вот Злата нет на территории. Злата! Вон она где уже, в лесу. Злата! Злата, иди сюда! Бродяжничать начинает. Злата! Злата! Ох, хулиганка, а? Ох, какая ты! За тобой теперь глаз и глаз нужен, а? Растем? Тоже радиоошейник выпрашиваешь? Смелости, хоть отбавляй. Куда ты пошла туда, к дороге? Даже если землю не одобрят, я все равно вам огорожу. Простой вот сеткой, как вот, вот соседний участок, вот так хотя бы сделаю. Вот, вот столбы у меня есть, и вот такой сеткой, чтобы не было видно на этом. Просто сетка. Чтобы вы уперлись своим рогом, блин. И все. Чтобы вам был предел, куда бежать. И тут вот огражу тоже там площадку от того столба, от крайнего, который наклонился. И до забора, до этого железного, до соседского. И все, а то вы мне начинаете тут устраивать концерты. Злата вообще с каждым днем набирает, коза маленькая. Убежала в елки, вон в те. Фига себе. А как же мы? А мама, а капуста, а мясо, то есть каша без мяса, без мяса. Вы мясо у меня не едите. Вегетарианец. Завтра, Танюх, привезу тебе этот, еще творогу вам со Златой.
Сейчас с улами посмотрел, у нее маленькая такая дырочка осталась, затянулась. Ну, шарик там есть. Надо ей, мне кажется, разрезать. Может, завтра разрежу. Скальпель возьму. Если мокрое-то я сейчас намочил, щеку это перекисью. Чтобы грязь, грязная шерсть, чтобы грязь все убить, перекись. А так-то у нее чистая ранка там. Вот так пощупал, давил, давил, нет, не вскрылась. Сжимал, сжимал я этот опухоль небольшую. Ничего. Соболь, иди мячик новый покупай, понял? Надо попробовать тебе какой-то жесткий футбольный взять. Они пожестче должны быть. Клыки здоровые, зубы. Цепляешь ты до всего, да. Тон и лайму повредил. Какой ты пискляв у меня, пискляв. Дай, 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 дай. Охранник. Девки играют, Соболь охраняет. Все. Соболь знает свое дело. Птичка летит. Видишь? Видишь. Вон ворон полетела. Вон еще одна. Кобель полетел за самкой. Я тебя каркну сейчас. Тут их сейчас будет туйма. Тихо, тихо. Ну какие клыки зубы. Ну какие. Ну какие. Ну какие. Села. Мягко? Мягко, нет? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой, за шиворот. Ай ты. Самбисты, блин. Лайма! Отомстить, Златка полетела. Соболь подключается. Ну это так, носом тыкается. Вообще, даже не, не как лайма. Вот первый раз Соболь так вот ведет с щенками, играется. Вот учебу тоже делает. Танюха, мимо, мимо. Кошмар. Вот смотри, какие игры и какие они добрые, да? Представляете, что они могут сделать с чужими? Поэтому мы всегда уезжаем туда, где нет чужих собак или что-то еще. Потому что были случаи, что не успевали приезжать на водохранилище, находили. Когда успевали отбивать лайму, в основном фигачит, да соболь. Но тайна еще не успевала. А так очень жалко. Приезжают сразу маленькими собачками. Блин, нет, просто я тогда собаки чисто в машине сидят. Поэтому я туда на речку ездию. Там нету, там никто туда. Там вода всегда холодная, что зимой, что летом. Хватит орать. О, там выходят, там эти дачники приезжают с двумя собаками, с большими, то уже они дрались. Хорошо, что они большие. Ковырок был. Она в норку туда пытается спрятаться. Ты не крот. Правильно на Соболя нападай. Дай ему. Сейчас в норку. Раз. Чик, я в норке. Нет. Копай побольше себе яму, чтоб прятаться. Чё орёшь? Чё орёшь? Хватит орать. Ну копайте. Брык. Все, балдеж. Ты что за хвостом? Тоже что-то появилось. Вырос хвост, что-то появилось, да? Что такое сзади у меня там? Круглое, большое. О, балдеж, да? Соболь, не жизнь, а сказка, да?
Блин, какой же мне тебе купить-то, чтобы ты, мы погоняли-то еще пока по снегу. Так он волейбольно так хорошо летел. Так он скользко все, блин. И накачал я вроде сильно. Охотники цепляются за все. То есть нас еще никто не уходил. Да, сейчас по-быстренькому скажу, сейчас будет через заканчиваться. Фотоаппарат у меня снимает 18 с чем-то минут только. А поводу много пишут мне в этот ВКонтакте про охоту снимай. Ребята, охота закрылась 28 февраля. Лайм, хватит орать! 28 февраля закрылась охота. С лайками теперь охота будет. С 15 сентября. Но сейчас будет весенняя охота, с 14 апреля. Я буду брать Златку, обрабатывать и буду ее брать. Больших я брать не буду. Потому что запрещено, и это штраф, это санкции и все остальное. С лайками теперь летом все, речка, природа. И такое ничего показывать я не буду. В Ютубе мне зеленые просто достали. Так что не обессудьте. А так все теперь. Ну, мы, конечно, в августе откроется на утку охоту. Я буду брать собак все равно. А так официально с 15 сентября будет охота. Можно с ними будет выходить в лес. Там откроются леса, заяц, енот. Нам, когда будет разрешено уже выйти по путевке официально с собакой в лес. Так что вы не думаете, что круглый год охота, и мы... Она всегда открыта. Она закрыта полгода с собаками. Животным тоже. Они сейчас все рожают. Есть свой предел и все остальное. Да, особо? Будем купаться, делать, что, да? Да. Охота, говорит, снимайте. Я и так поудалял все, что мог. На Ютубе мне это не надо. И так я был заблокирован. Хорошо, сейчас открыли мне теперь. Могу вести прямые трансляции. Сегодня пришел аккумулятор на ноутбук. Поэтому, может быть, я вам включу это все. Я только научусь, попробую. Договоримся о времени. Приеду сюда и в прямой трансляции будете смотреть. Попробуем. Вот. Ну так все у нас осталось. Куб-куб, кап-кап. Да, Татьяна Юрьевна. Все, терпение теперь. Соболь, блин, я тебе бухну сейчас. Отстой от него. Станька подворачивается бы, да? Через 2 месяца подворачиваешься. Через 3. Ух. Да, молодец. Не надо там. Со мной? Давай со мной. Я тебя прыгну сейчас. Оу. Все, хватит орать.